Доброе утро, друзья. Долго думала, что бы мне полопать с утра. Какой бы завтрак себе пришпандорить. Решила сделать сырники. Что-то я в прошлый раз делала, мне прям понравилось, знаете. Вот я же вчера еще творог купила. И, в общем, сейчас я буду забацать все сырники. Ой, сейчас чихну прям. Смотрите, у меня тут добавила такой творог. В Алди взяла. Вот. И... здесь у меня 2 столовые ложки такие, ну, без горки, рисовой муки, 1 яйцо Танюхина, смотрите, какие желтые получились из 1 маленького яичка, и сахарозаменитель. Вот. Такие будут, скажем, медиум ппшные. Все это перемешала. Сейчас вот сюда добавлю муки и начну их формировать сырнички. Творог такой зернистый. В России он, кстати, тоже продается. Поэтому так и, по-моему, и называется зернистый творог. На нем даже также написано вот так вот. Вот этот вот, что это, коттедж чиз. Или как там его. И все. Поехали. Вот такая красота у меня получилась. Из одной вот банки 200-граммовый выходит. Вот раз, два, три, четыре, 5 штук. С медом буду есть. Так что всем приятного аппетита. Не пошла я гулять. Что-то неохота было, знаете. Все время какой-то такой ритм жизни. Куда-то бежишь, куда-то спешишь. Сегодня выходной. Думаю, раз неохота, почему бы мне просто не поваляться и не поделать то, что я хочу. То есть ничего не делание. Вот, сейчас вышла на балкон. И вот тут, помните, у меня вот этот цветок. Я, короче, его раздеребанила, потому что он совсем загибается. И, в общем, выбрала. Корни, конечно, там были жесть. Вот, смотрите, видите, они все гнилые. Не знаю, все-таки, наверное, поливать так часто их не надо. Вот тут вот есть вроде как неплохой отросток. Но, видите, корней здесь тоже нету. И вот. Короче, выбрала, смотрите, вот тут, вот у этих, тут 2 ростка, более-менее корни такие нормальные, вот, даже один вот вылез, и вот, в общем, я его пересадила, и вот этот тоже более-менее нормальный, я его вот посадила, тут видно сразу, видите, и листья такие, в общем, не знаю, пускай растет, что будет, то будет, что теперь. Скоро зацветет. Орхидея. Ну, блин, назову же. А, да, кстати, воду поставила. Сейчас орхидею полью. Я орхидею поливаю, ну, таким вот погружным способом. Или как там это назвать? Погружным. Погружаю, в общем. Как всегда, у меня шкаф открыт. Проветривается, скажем так. Что-то не хочет даже закрываться. Вот орхидею поливаю раз в месяц, а может даже и меньше. Потому что, ну, ей так хорошо. Она цветет. Смотрите. Вот, видите, еще один цветочек, еще 2 цветочка. У меня уже 2 новые вылезли. То есть там лезут и лезут эти цветочки новые. И, в общем, она себя замечательно чувствует. Я вот так вот туда налила удобрение. Сейчас на 20 минут вот так опущу. И таким вот образом у меня поливается орхидея. У меня есть всякие удобрения. Вот смотрите, я вот такой вот для орхидей. И вот такой для обычных цветов. Сейчас вот в марте надо начать уже их удобрять. Как-то так. Вот этот тоже сюда выставила. Он тоже тут цветет, растет. А внутри не хочет, потому что он любит свет. Сейчас тоже пообрезаю все вот эти вот сухие цветы. Ну, прикольно, пускай даже здесь растет и цветет.
почему бы и нет. И уберу вот этот вот всю грязь. А погода у нас супер сегодня. Да, Чарли? Классная погода. Завтра уже дождь обещает. Ну как так? Все правда. Позагорать, что ли? Правда, я не люблю это дело с загоранием. Но все-таки. Можно, в принципе. Пойду картошку в мундире варить, пока белье сниму. Ну, а на обед у меня сегодня, как я и говорила, у меня же селедка есть. Буду варить картошку. Смотрите, я уже помыла картошку. Тут у меня где-то, наверное, не знаю, грамм 700. И добавлю очень много соли. Раз. Два. И еще немножко добавлю 3 крупная соль. Морская. 3. Скажите, куда столько соли? Друзья, вы знаете, я раньше, когда увидела этот рецепт, тоже офигела. Но я когда попробовала варить ее так, она получилась нереально вкусная. Вообще ни капельки не соленая, потому что оказывается, что картошка берет как рыба, берет столько соли, сколько ей надо. Вот, и это вот я увидела на просторах Ютуба или Инстаграма. Так на Майорке варят картошку, там специально есть пататас аругадос. То есть это маленькая картошечка варится в мундире и делается соус. Такой специальный тоже делала как-то я соус. И вот картошечка макается, и она получается, вот знаете, как запеченная, что ли. И варится прям довольно-таки долго. Не знаю, может, минут 40-50. Вот, и я сейчас так сделаю. Муж вчера притащил Аву. Ава, это вот я вам говорила, фасоль вот такая. Ее прям так и едят, как горох. А едят ее с салом. А у меня ж сало ибериское есть. Блин, вот это обед. Это еда музыкальная. Музыка нас связала, тайною нашей стала, всем уговором кричу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Не знаю, показывала вам или нет. Помню, когда купила вот эту крышку, думаю, что это за фигня такая? Что с ней делать? Оказывается, это очень классная фигня. Короче, сейчас картошка закипит. Покажу. Смотрите, картошка закипела. Накрываешь крышкой. И все, она больше не блюкается, ничего. И варятся вот так вот. Прикольненько. Ой, вот чтобы она вот эта вот дырочка внутри вот так лежала. Видите, смотрите. То есть даже если я мощность уберу, ой, наоборот,
она будет кипеть, но вода не будет плюхаться во все щели, а только вот в эти щели. Прикольно, особенно если грязь там какая-то, знаете, бывает или еще что-то, то все это остается вот тут на крышечке. Это тоже социальные сети, друзья. Не только это разрекаловка, но и, как говорится, обучение. Я тут достала сало. Сейчас хочу шкурку срезать и порезать сало. Приготовила себе воду с лимоном. Приучаю себя пить воду. Надо пить воду, но что-то как-то я ее совсем не люблю. Ну вот глаза мозолит. И надо. Сало замороженное. Прям тает во рту, а не в руках. Как бы, знаете, только пальцы не отрезать. В общем, будем заниматься таким делом. Видите, видите, смотрите. Видите? Вот так все дело. Супер-пупер крышка. Даже не ожидала, что она так будет мне нравиться. Смотрите, какая она получилась, прям как запеченная, вкусняшкая, сало и селедочка. Всем приятного аппетита! Вода теплая. Я пока снимала. Блин, сейчас сырая. Бегут, бегут. Черные и белые. Вот так вот стояла, я зырила. Меня накрыло. Оге! Porque te peleas? Ну вы. Смотрите, смотрите, вот так вот стояла и все. Рисуют граффити, ребята. Попивают пивко и что-то курят. Короче, вот сюда я прилепила свою эту. Как ее назвать-то? Но это еще не конечный результат. Может быть, еще 15 раз поменяю местами. Там цветок, там лампа. Пришла на кухню. Что-нибудь... Яблоко, что ли, съесть? Яблоко съем. Ужин такой будет у меня, яблочный. Завтра у нас опять выходной, представляете? Я так не люблю, когда выходной в понедельник. Картошка прям в соли вся.
Но она абсолютно не соленая. Она как будто запеченная, очень вкусная. Пробуйте, так делайте. Вам 100% понравится. Завтра будем ее доедать. А вот эти вот, которые я сделала, маффины, да, они называются, какие-то невкусные. Вроде бы как сочные, а ешь как будто песок. Такой какой-то непонятный. Ну, это для, знаете, для тех, кто не ест, как они называются-то, которые не едят ни мяса, вот это вот все. Вегетарианцы. Во, вспомнила. Вспомнила. Поэтому даже не знаю, что завтра делать. Сегодня хотела поехать на пляж, но потом вспомнила, что сегодня выходной. Завтра народу будет очень много. Я, может быть, завтра съезжу на пляж. Потому что не люблю в понедельник. Все закрыто, некуда идти. По магазинам не погуляешь. Хотя, мне кажется, Алькампо, Лидл, все это будет открыто. Ну, поживем, увидим. Ладно, пошла я ужинать. С вами мы завтра встретимся. Всего самого наилучшего и всем пока-пока!